Ну а мы бежим дальше. Потрясающая красота сейчас на ваших экранах. А дальше будет еще красивее, потому что будет 4 цвета этого лота. 23636. Это номер лота, и весь лот вы сейчас видите на экранах. Это набор. Набор 6 чашек. Набор у нас с вами еще и 6 блюдец. Набор у нас с вами еще и на подставке. Потрясающе совершенно. Обратите внимание, металл, керамика. Потрясающего качества у нас сервиз. Полный, большой, масштабный сервиз на 6 персон. Парадный сервиз по цене 1290 рублей. Все, что видите сейчас на экране, не отдельно чашки 1290, нет, ни блюдца ни в коем случае. А еще и чайник есть, и он не 1290. Весь сервиз, который вы видите на подставке. Абсолютно верно, Наташ. Вот ты знаешь, когда смотришь на эту действительно феерию цвету, тебе хочется, конечно же, сразу его взять в руки. А когда вы приходите в гости и видите такой чайный сервиз, вы сразу хотите спросить, а где ты приобрел? Где ты взял такой чайный сервиз? Потому что он действительно богато выглядит. Раз. Во-вторых, мы с вами говорим про богатую комплектацию. Это два. В-третьих, мы с вами говорим про то, что здесь у нас есть и чайник, здесь у нас есть и блюдце, здесь у нас есть и чашки. Здесь мы говорим с вами про богатую подставку. Мы говорим с вами о фантастически большой комплектации именно этого чайника. Ну, давайте рассмотримся. Будем рассматривать и комплектацию полностью, и цвета. Конечно, у нас 4 цвета сегодня представлены. Но взгляните, какой масштаб, да, какой объем. Да. Вот это я называю богато. Вот это очень круто и богато. Соглашусь. С твоего позволения, давай будем раскладывать и сразу говорить про комплектацию. Посмотри, у нас с тобой есть 6 чашек. 6. У нас 6 чашек в этом комплекте. 6 чашек в наборе. В общем, какие чашки? Абсолютная фантастика. Ведь это натуральные материалы. Это ведь керамика, вот. Абсолютно верно. Наташа, натуральная, дышащая, твоя любимая. Как ты... Обожаю. Да. Потому что, знаешь, мне кажется, что в натуральных материалах, в керамике вкуснее любой напиток. Тем более, если мы с вами будем пить, например, чай, например, зеленый, то его вообще абы в чем пить-то точно нельзя. Конечно. Поэтому керамика абсолютно идеально подходит. Тем более, ну, а дальше? Как мы знаем, что чай зеленый любит температуру, начиная с 80 градусов и заканчивая до 40, заканчивая чем? Вот посмотри, не просто так я взял эту крышку, да, и некачественные производители всегда вот экономят почему-то материала вот для этого носика. А как мы знаем, как он полезен, когда ты его вот так вот закладываешь, и когда ты хочешь налить, крышка-то у тебя остается здесь, на чайнике. Это говорит о чем? О том, что вам не нужно по старинке вот так вот придерживать. Это раз. Мы с вами говорим, конечно же, про объемы, про цвета. И давай еще и, конечно, разберем с тобой блюдца. Ведь блюдца у нас фантастически красивые, а еще и хочется отметить, что разные. На каждом, у каждого цвета своя форма блюдца. Вот давай, если мы с тобой сравним, смотри, у меня круглое блюдце, у тебя получается... Нет, вот, цветочком. Да, цветочком. Но давайте, для каждого свое, как говорится. Слушай, очень интересно. Вот сейчас два цвета у нас с тобой представлено. Это розовый и голубой. У нас всего 4 цвета есть. И вот на примере блюдец мы с вами видим, что активный очень голубой. Вот он, своими блюдцами, цветочком. А Николай показывает, наш шеф, вариант называется не поверишь, розовый. Я его опять выбираю. Я каждый раз его выбираю, этот цвет. Мне он очень нравится. Роскошный, абсолютно. Да, абсолютно верно. С тобой соглашусь. Ну и давай, конечно же, и спьемте чаю. И запьем чаю с удовольствием. На глаз два цвета есть еще. Помните, я обещала, что будем выбирать. Давай. Действительно, мы сейчас вот реально всю презентацию будем цвета выбирать, потому что это действительно очень интересный, захватывающий, не побоюсь этого слова. Потому что, конечно, мы с тобой видим роскошный россыпь золота и серебра. У нас там достаточно активное золото и серебро представлено здесь. Действительно, парадный сервиз, совершенно восхитительный. И помимо розового, который сейчас у нас в кадре находится, который около шефа Николая, у нас есть голубой, который около меня находится. Это только два цвета. Есть еще два цвета. Их мы посмотрим на нашем презентационном столике. Обратите внимание, здесь также два цвета. Еще два цвета представлены. Всего 4 цвета. Золотой. Вот, видим, активно золото проработано. А вот этот цвет очень интересный, составной. Он называется розово-золотой. Так что вот еще обратите внимание, какой есть вариант. Естественно, в прошлой презентации тоже такое было. И сейчас наверняка колл-центр нам отчитается о ваших покупках и расскажет, что один берут себе, второй берут на подарок. Вот это точно совершенно
действительно королевский подарок на очень торжественное мероприятие. Ну и здесь, смотри, опять-таки же, я прибегаю, да, к тому, что я не придерживаю крышку на нашем заварочном чайнике. Я просто наливаю спокойно чай. Посмотри, мы здесь с тобой смешиваем, да, эти цвета, и все равно гармонично смотрится. Ну, а теперь давай немножко окунемся в историю, что такое керамика и как вообще была нанесена техника рисунка такого. Мы сейчас с вами говорим о том, что вообще керамику, да, выпекают при температуре 800 градусов. Раз. Выпекают, мне слово нравится. Ну, запекают, выпекают, производят. Нет, очень образом так оно и есть. Да, после чего уже керамику обрабатывают. После этого первого температурного режима дальше наносят свой рисунок и еще раз отправляют в духовку до 1200 градусов. А ну-ка посмотрим. Давайте сразу обратим внимание на то, что рисунок у нас совершенно фантастический, флористичный дизайн. Еще много красок используется. И, естественно, мы с вами будем попытаться его сейчас стереть. Да, это, естественно, невозможно, потому что, как шеф нам уже рассказал, очень сложное производство этого цвета и нанесение. И потом еще дополнительная шлифовочка обжигание, цвета. Шлифовка, да. Ну, и, ой-ой-ой, раз не перебью тебя. И все время ее можешь использовать в посудомоечной машине. Конечно, всегда. Да, вечно, всегда. Вечно. Весь набор, и ничего не произойдет с рисунком. Презентация не вечно. 26 секунд всего остается. Посмотрите внимательно, убегает время. Продано 50 таких вот сервизов. А мы с вами говорим именно о парадном сервизе, который совершенно точно должен быть дома у каждого. И не только дома, потому что по цене 1290 рублей такой парадный сервиз нам теперь доступен и на даче. Представьте себе, не разносортные чашечки в разнобой, а роскошный сервиз 23636. Это номер лота.